господа, матч чемпионата континентальной хоккейной лиги, чемпионат России по хоккею между командами Сочи и Адмирал Владивосток объявляется открытым. Звучит гимн Российской Федерации. Гимн исполняет приглашенная солистка Большого театра, солистка театра имени Станиславского и Немировича Данченко, сопрано Дарья Давыдова. Судьи континентальной хоккейной лиги. Главные судьи Алексей Белов, Иван Фатеев. Линейные судьи Юрий Иванов,